Ну и к другим темам. В Люберецком благочинии 25 марта состоится большой праздник. Архиерейское богослужение в память о новомучениках люберецких. Все подробности далее. В воскресенье 25 марта будет 80 лет со дня кончины трех новомучеников люберецких – Константина Соколова, Петра Маркова и Иоанна Попова. В честь этого дня в храме Преображения Господня пройдет архиерейская служба, на которую ожидают митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. 25 марта – это день смерти священномученика Константина Соколова, который служил в Преображенском храме, к сожалению, разрушенном. В 1936 году, но Преображенский храм, в котором мы ожидаем архиерейское богослужение 25 марта, это преемник храма Преображения Господня в Люберцах. Так, на месте взорванного в Люберцах Преображенского храма в 2017 году была установлена стела в память о священномучениках Александре Виноградове и Константине Соколове. И Великим постом особенно такое соборное богослужение, архиерейское, оно для всех нас является очень большим утешением и духовной поддержкой. Будем вместе молиться священномученикам и исповедникам люберецким. Также в этот день с участием владыки ювеналия в Машково в 8 утра произойдет закладка камня храмового комплекса в честь священномученика Георгия Победоносца. После чего священнослужители приглашают всех на соборную молитву, которая пройдет в храме Преображения Господня в Люберцах в 9 утра. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.